Гостей этого вечера встречали бессмертными произведениями Иоганна Штрауса. Очередная премьера в Театре музыкальной комедии – настоящая феерия музыки, танцев и вокала. Уникальность этой программы в сочетании вокальных номеров, хореографии и виртуозной игры оркестра под руководством дирижеров Валерия Попова и Наиля Желтирова. По словам артистов, каждая премьера волнительна, но главный критик, тот, кто решает, удалось ли воплотить режиссерский замысел, всегда один. Зритель все скажет и время покажет. Как бы мне трудно судить, потому что для нас, для артистов, они всегда все самые любимые, самые близкие, самые дорогие становятся, когда их репетируешь. На декабрьские премьеры зрители всегда идут с особым настроением и ждут от артистов определенных эмоций. Хороших впечатлений, хорошей игры актеров. Перед Новым годом хочется чего-то восторженного, сказочного, чего-то праздничного. Ярких эмоций, что ли, праздничное настроение. Несмолкающие овации стали ответом на главный вопрос артистов. Задумка удалась, и зрители смогли погрузиться в чарующий мир арий, польки, вальса и цыганских напевов. Карина Тумасова, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ.